Привет, дедуля, как поживаешь? Вот я поживаю отлично. У меня сейчас каникулы. У нас в Питере очень тепло. Мы 2 раза ходили купаться. А вот моих любимых хуплу здесь нет. Но мы с мамой их сами печем на мой день рождения. Я научилась вышивать. Мне так нравится. Могу целыми днями вышивать, но мама не разрешает. Тебе привет от папы и мамы. Как дела у тебя и у бабушки? Какая у вас погода? Кужок уже родила котят? Очень хочу к вам в деревню. До встречи. С приветом, твоя внучка Даша. Постскриптум. Отправляю тебе вышитый узор. Я такой всем нашим родственникам сделала. Нравится? Постскриптум. Мама говорит, что мы приедем к тебе в гости, как обычно, на 24 июня, в День Республики.